18 мая 2023 года. Пасмурно. Утром был дождик небольшой. Ну, такой какой-то очень слабый. Долго спал я, потому что не было жарища в палатке. Около 6 часов вышел. Естественную потребность исправил. И обратно ушел спать. Комаров прям с утра тучи. Покусали комары сильно. Я так тут все прибрал. Думал, ливень будет какой. Нет. Ливня пока что не было. Но, судя по метеокартам, в общем-то, может быть, приближается какой-то фронт. Полный штиль. И в результате много-много комаров. Ну и холоднее существенно. Градусов 17-18. Сейчас разведу костерок, оставшиеся свои деликатесные макароны со строчками. С яйцом сделаю, может, разогрею там. Ну и потом посмотрим. Плохо, конечно, что пасмурно, заряжать оборудование будет проблематично. А если еще и дождь пойдет, заряда мало. И телефон практически не заряжен. 40 там с чем-то процентов. Фонарь надо заряжать. Это очень важно. Хотя у меня, конечно, есть резервный фонарь и повербанк еще один целый, незаправленный. Точнее, заправленный, неиспользованный. Но это я держу на всякий случай, на крайний случай. Что-то случится. Надо будет электричество. Пока что этим я не пользуюсь. Вот. Абсолютный штиль. Никакого движения воздуха нет. Этим пользуются комары. И тучами просто вьются. Хожу на комарнике. Иначе нельзя. Буду, в общем, заниматься своими делами. Носки, трусы не высохли. Ну так, влажные. Дрова я прикрыл. Но необходимости в этом не было. Ливня не случилось. Решил я еще немного поискушать судьбу. Не могу удержаться от капусты. Теперь я понимаю, почему хоббиты так любили капусту. Они были далеко не дураки. Насколько же полезный все-таки этот продукт. Вот, подточил нож. Мачете подточил. Ну, а, кстати, покажу. Точильный камушек. Вот такой вот, в таком маленьком кармашке. Вот. Маленький камушек. Водой смачивается. И затачивается нож. Вот. И не напряжно с собой носить. Можно даже об эту сторону управить немножко. Вот так. Вот. Но я этого не делал. Я обычно правлю. Правлю я об ремень. Вытаскиваю так вот, раз. Но это не обязательно.
Достаточно просто об камень. Это 800-й камень. Самый оптимальный. Ну и вот как оно режет. Просто вообще офигительно. Комары куда-то подутихли все, вот. Вот так. Ну, на чем показать. Вот. Вот так. Ну, короче, понятно. Режет он, как бритва. А поскольку сталь это легированная, такая твердая сталь, то острота достаточно долго никуда не девается. Ну а как девается, может чуть-чуть подточить, буквально там несколько минут направить, и все. Естественно, этот нож ржавеющий, но что поделаешь, я не знаю, существуют ли нержавейки настолько твердые. Да вообще мне как нержавейка меньше нравится в ножах. Все-таки такие какие-нибудь кухонные там, но не походные. Походный должен быть из углеродистой стали, на мой взгляд. Вот. Значит, капусты я сюда настрогал. Родниковая вода. Наливается. Вот, так, соли у меня сейчас тут нет, но потом принесу. Подсолить надо будет. Ну, туда на костер. Так, теперь что нам еще требуется? Вот у меня неожиданно приятное явление. Лук зеленый. Это я отрежу и потом использую, когда буду суп есть. Это я отложу вот туда. Для приготовления этого супа нужен лук. Да, вот у него попка тут это. Ничего. Попка. Да, с утра сегодня был дождь, пасмурно, ну и сейчас пасмурно. Кое-как заряжается, уже до 25, с 12% зарядился повербанк. Телефон напрямую пытался заряжать. Очень-очень плохо. Ну и чеснок еще нужен будет, и картошка. Вот и весь суп. Сейчас только соль надо принести. Ну, там перец черный. Красный перец. Приправки там всякие. Лавровый лист я обычно не использую. Хотя в такой суп можно было положить. Я его даже с собой не брал. Кстати, у меня есть сухие грибы. Вот их я, наверное, туда... Ага, вот здесь какой-то жесткий лук. Это нам ни к чему. Вот этот лук я пожарю на сковороде. А картошку и капусту сварю в кастрюле. Потом туда жареный лук добавлю. Ну и в конце концов чеснок. Морковь в этот раз я не брал. Вот. Нож после использования надо слегка обтереть, чтобы на нем не было никакой влаги, и убрать. Вот, сейчас приступлю к приготовлению супа. Туман такой был сильнейший. Я сразу задумался, вот там истории всякие, как люди попадают в туман и оказываются там в прошлом или в будущем. Я думаю, вот бы здорово так получилось. Только не знаю, что лучше, в прошлое или в будущее. И в какое, смотря прошлое и будущее.
там какое-нибудь совсем далекое прошлое, когда тут динозавры были, ну, страшновато, тираннозавр придет, и что я буду делать? Ну, или еще кто-нибудь там. Далекое будущее, ну, конечно, очень интересно, что тут будет там через 10 тысяч лет. Что тут какой мегаполис будет гигантский. Такой раз туман рассеялся, и кругом я такой с палаткой, с костром, а кругом тут небоскребы там 300-этажные, всякие летающие автомобили. Футурама, короче, такая. А может, наоборот, дикари какие-нибудь в шкурах там бегают. Ядерная война была, вот они деградировали. Вот. Неизвестно, что там будет. Прошлое такое, как бы историческое, ну тоже как бы, смотря какое. Если во времена тверских князей, то меня, пожалуй, могут в Твери на кол посадить или еще что-нибудь там скажут. Колдун или там, не знаю, какой. Со всеми вот этими приспособлениями. Сначала каленым железом будут с пристрастием пытать, а потом на кол. Или там утопят в Тверце, мало ли что там, какие у них были казни. Вот, это же Тверское княжество. Вот там вот недалеко уже новгородская земля. Не знаю, может там посвободнее было, вече все-таки и то и все. Но до новгородской земли, пожалуй, на своей лодке не скоро доберусь. Да и там, небось, тоже бы спрос был бы суровый. Если век 19-й, ну, может, еще и ничего. Может быть, не прибили бы сразу. Отвезли бы в Петербург к царю показать диковинку. Вот это было бы интересно рассказать ему. Ну, кто там, допустим, к Николаю Первому. Рассказать ему, чем все кончится. Стабильность-то его николаевская. Что потомка его в подвале расстреляют с чадами и домочадцами, штыками будут добивать. Что может лучше это, свободу дать людям, чтобы вот этого всего не было потом. Ну ведь не поверит, подумает, что какой-нибудь английский там шпион, английский иностранный агент. Тогда тоже с Англией как бы не особо дружили. Англичанка гадит там и все такое прочее. Про 20 век не говорю, упаси бог. Тут бои были во время войны. Ну а до войны тоже не сладко было. Но если какие-нибудь 60-е, 70-е годы, то это еще ладно. Ну а 80-е там, это я уже жив был. В конце 70-х, 80-х. Наверное, бы выбрался отсюда. Поехал бы в Москву каким-то образом. Деньги-то у меня не те, карточки тогда не принимали. Ну, как-нибудь бы добрался там на электричках зайцем. Посмотрел бы на самого себя. Временной парадокс бы произошел. В общем, интересные мысли были. Но туман развеялся. Смотрю, все как и прежде. Никакого смещения во времени не произошло. Ну, кто знает, может сейчас не произошло, потом произойдет. А может и не произойдет. Уже 25% там. Ладно, буду суп делать. Все размышления хороши, а суп – это вещь необходимая. Вчера макароны с грибами были. О-о-о! Просто бомба! Бомбезный вкус. Я понимаю, что такое вот итальянцы-то знают тему. Но они, конечно, трюфелями делают. Ну, разница там. Трюфеля, не трюфеля. Говорят, даже с белыми грибами у них есть какой-то там вариант. Болетти. Болетти. Паста ди болетти. Все у них паста, там с чем угодно, с грибами. Римские императоры грибы любили. Вон даже Клавдий тот же. Его Агриппина, мать Нерона, тоже был такой
эффективный менеджер. Вот эта Агриппина его траванула бледными поганками. Причем он знал даже, что она собиралась его отравить. И все равно стал есть. Потому что настолько ему жизнь надоела, что вот это вокруг, вся вот эта вот возня, суета, интриги. Он решил вот таким образом покончить с собой, как вот бывает полицейское самоубийство, когда человек бросается там на полицейского, и тот его застреливает. Так и Нерон, этот самый Клавдий, приблизительно так же поступил, знал, что Агриппина отравит его, и все равно грибочков-то поел. Люди во все времена приблизительно одинаковые. Ну ладно, бог с ним. То еще туман придет, вон во времена Нерона живой факел сделают. Скажут, костры разводил на Селигере, теперь сам погори. Вот вечер 18 мая 23 года. Видно, как идет фронт. Сегодня весь день было очень пасмурно, поэтому зарядить толком оборудование не сумел. Ну, фонарь, конечно, зарядил. Повербанк, телефон плохо. Радио не слушал. Экономлю электричество, чтобы ночью послушать польское радио по длинным волнам. Вот притащил такой вот пень, похож березовый. Там нашел. Видно, кто-то пилил, готовил себе дрова сделать, но так и не забрал. Вот эту отпилил, еще одну такую. Может, потом схожу, еще одну отпилю. Вот это горит. Ну и нарубил с помощью мачете. А вот эти вот несколько толстых пилой силки, такие вот хворостины, чтобы подкладывать время от времени. Сварил суп. Ну, есть что-то пока не хочется так сытно. Я поел с утра этих макарон с грибами и яйцом. А вот, собственно, суп. О, какой! С зеленым луком там, с чесноком, с картошкой, густой такой. Буду потом позже есть. Вот, пасмурное небо. Очень пасмурное. Плохо все заряжается. Батареям нужен прямой солнечный свет. Вот, 40 там чуть процентов, по-моему. Сколько там? 45%. Было с утра 12. Очень-очень туго заряжается. Зато практически нет комаров. Температура тоже упала. Вчера под 25 было. Жарище. А сейчас вон. Сколько там показывает? 14,6. Носки. Ну, кстати, почти уже просохли трусы и носки. Трусами я, правда, солнечной батареей протирал. Но вот что я вам расскажу, друзья. Я сейчас видел удивительную птицу. Может, орла, я не знаю, в них плохо разбираюсь. Но удалось даже через трубу посмотреть. Он кружился вот там вот в небе высоко. Я посмотрел, смотрю, такая коричневая птица очень большого размера. Ну, как беркут, наверное. Я беркута видел в Киргизии. И хвост белый. Похож, как вот орел на американском гербе, только у того еще и где шея там белая все. И, по-моему, голова лысая. Но это я точно не помню. А у этого нет, только хвост белый. Кто это такой, я не знаю. Но очень большой, очень большой. Я его рассматривал в трубу и понял, в чем кайф состоит вот людей, которые смотрят за птицами в трубу. Действительно очень интересно. Вблизи такое никогда не увидишь. Вот. Пилил сегодня много. Кстати, ландыши. Такое впечатление, что некоторые из них... Да, смотрите. Уже некоторые из них собираются цвести. Я, наверное, скорее всего, этого не застану. Потому что я тут еще пару дней буду. И потом придется уезжать. Но уже собираются цвести. Да, ландыши очень красивые цветы. Вот, пила лучковая, силки, мачете. Вот набор веселого лесоруба. Дровозаготовителя. Вот такой вот положил туда березовый пень.
И он будет гореть, гореть, гореть долго. А там еще, где этот пень я нашел, еще таких много пней. Кто-то бензопилой тут развлекался. Вода у меня есть. Ну, чай почти я уже весь выпил. Думаю, сегодня варить компот. Надо сварить компот. Потому что компот – это важнейшая составная часть пребывания на природе. Не все это понимают, но тут уж что поделаешь. Пытался ловить рыбу. Кстати, на вершу мою ничего не поймалось. Черный хлеб туда зарядил. Видимо, лещи брезгуют. Вообще даже то белый весь съедали там. Не знаю, кто, мальки или кто-то еще. А тут сколько зарядил, столько и осталось хлеба. Ну, что поделаешь. Два леща тоже неплохо. Здесь лежу, отдыхаю. Сегодня какое-то состояние такое, видимо, от перемены погоды. Прям вялость, слабость. Трудно себя заставить что-то делать. Такое вот тяжелое состояние. Ну, я развеивался тем, что ходил, пилил, потом рубил. Вот так поделаю что-нибудь, физическую нагрузку. И сразу, ну, как-то становится полегче. Заряда очень мало в телефоне, то есть я его включаю буквально на несколько минут. Включу, потом выключу. Сейчас опять тоже выключу, потому что там, небось, 20% только и осталось. Так, вот когда пасмурно, такая ситуация. Сделал себе тут пенек, наблюдательный пост, смотрю. С утра видел дым в той стороне. Ну, думал, может, пожар, да нет, наверное, печь топили или что-нибудь такое. Хотя сильный дым, неизвестно, что это было. Вот такая красота. Сегодня был день ненастный. Почти весь день было пасмурно. Зарядить толком ничего не получилось. Два раза пытался ловить рыбу, ездил. Но ничего не поймал. Странно. Почему же здесь нет рыбы? Может, сетями, конечно, тут все вычерпали. Видел я в трубу вот там вот за 2 километра отсюда. Где-то там вот в тех вот краях. Как 2 человека ловили сетями что-то. Вынимали сеть. Вот уже темно, почти 10 часов. Радио сегодня не слушал. Ну, вот так немного включил. Японское радио NHK поймал. Там уроки японского языка. Удивительное дело. Китайское-то понятно, они все время передают. А вот японский язык, как там сан надо прибавлять после имени, частица но, связывающая 2 существительных, всякие вот такие грамматику рассказывали японскую. Все было очень интересно. Ну, вот пень весь сгорел, который я днем притащил. Вот это вот я сейчас буду сжигать. Все. Дров не бывает много. Их всегда не хватает. Эту сосну я, пожалуй, всю, наверное, сожгу, которая там валяется в лесу. Но какая же красота! Я смотрел на это. Думаю, ну, к сожалению, те средства, которые у меня есть, не передают. И малой доли, о, птица пролетела, той красоты, которую можно наблюдать глазами. Как это все меняется, цвета, такие они нежные, переходы удивительные. Поют птицы, соловьи поют. Где-то там собака в отдалении лает, портит весь дзен. Комаров стало поменьше.
Я, кстати, неосторожным движением порвал немного на комарник. Но вроде туда они не проникают, а завтра попробую заклеить. У меня суперклей есть. Вот иголку, по-моему, я не взял с нитками. То есть нитки-то есть, а вот иголки нет. Есть шило, конечно, можно им попробовать. Но для начала я попробую заклеить с помощью суперклея. Вот там вот особенно. Прям горело небо. Прям ну, какой-то морковный такой оранжевый цвет необычайный был. Само озеро, как это все отражается. Думаю, вот, вот это вот и есть настоящее счастье. А люди гонятся за какой-то ерундой, за какими-то вещами. Ведь ничего этого с собой взять нельзя. Все это останется тут. Все эти побрякушки. Это просто ерунда. Вот. Вот настоящее счастье. Вот такое посмотреть. И для этого не надо ничего особенного. Просто вот выехать и побыть так вот наедине с природой. Подумать о своем, посмотреть на это. И это останется, это нельзя отнять. Ценно то, что нельзя отнять. Все остальное ничего не стоит. То, что можно отнять. Нельзя отнять умение. Нельзя отнять память. Нельзя отнять чувства какие-то. Вот это драгоценность. А всякие эти вещи, какой-то статус еще, не дай бог, когда люди ради этого идут на все что угодно. Это такая глупость. Такое безумие. Я часто думаю, вот, ну, как всем людям, мне же тоже предстоит умирать. Что я вспомню перед смертью? Вот хотелось бы вспомнить что-то такое. Красоту какую-то, что я видел красоту, что я испытывал какое-то счастье в этот момент. А не то, что вспоминать, что там купил то, купил все. Да разве это имеет значение? Вот, вот это хотелось бы вспомнить в тот момент. Ну, если получится, конечно. Буду компот сейчас делать. Набрал воды, сходил, комаров там очень много. Набрал водички, сухофрукты еще есть кое-какие. Это чернослив и изюм, сахар. Вот, сварю компотик. Компот – это такая вещь, необходимая и полезная. Вот, готовлюсь к ночи. Температура сейчас, ну, сейчас, наверное, видно не будет, около 11 градусов тепла. Так, не очень жарко, прям скажем. Может, потому и комары приутихли. Ладно, буду заниматься своими делами. Компот готовить.
Вечер наступил, холодно, 9 градусов. Ну, я разжег огонь немного посильней. Вот когда говорят костер, надо понимать, что костер из тоненьких каких-то там веточек, небольшой костерок, это не то же самое, что вот нормальный костер из бревен там состоящий. Это совершенно разные вещи. Вот, скажем, готовить на таком костре очень проблематично. Потому что к нему даже подойти-то не так-то просто. А вот греться от такого костра великолепно. И смотреть на него приятно. А чтобы готовить, надо делать специальный маленький костерок из каких-нибудь гнилушек, который еле-еле горит. И вот там можно готовить. Ну, конечно, существуют различные варианты. По-всякому можно и на таком, и изловчиться, подвешивать как-то там что-то. Ну, скажем, лук пожарить на таком, я посмотрю, у кого это получится. И как. Вот, сварил сегодня очень хороший капустный суп. Щи с картошкой, с луком. Чесноком, даже зеленый лук там был, потому что у меня проросла одна луковица. Здорово. Вкусно. Не знаю, вот может сейчас еще поем. Гуще самое, потому что первый раз я больше жидкости взял, а осталось в кастрюле гуще. Вот температура. Радио что-то пока не слушаю. Вот после того, как послушал NHK, задумался. А, вон, 10,8, 10 градусов. Десять часов вечера примерно. Такое вот небо. Я иду с фонарем. Ну, вот сейчас буду убирать трубу в палатку, уже она не нужна. Хотя, с другой стороны, уберу, а что-нибудь прилетит, будет интересно посмотреть. Вот хорошо, нет комаров, можно полежать, но холодно. То есть, куда ни кинь, всюду клин. Такой вот костерок из бревен. Одно бревно перегорело, я его сломал, разрубил мачетиной. Вот оно, хороший инструмент. И вот эти вот буду подкидывать, потом еще вот то может быть. Может и нет, посмотрим. В общем, когда есть пилы, всякие инструменты, совсем по-другому себя ощущаешь. А вот, собственно, и суп. Вот он, суп. Во, какой густой. Вот его я, может, и разогрею на костерке. Можете разогрею. Кстати, валяется какая-то решетка. Ну, я не пользовался. Думал леща на ней пожарить. Вон остатки капусты, чайник. Там чай заваривала. Чай у меня вот в этом стоит. В термосе. Потому что холодно очень. Так он остынет. Все время ж не будешь заваривать. Зато сейчас тут стало очень комфортно и хорошо. Даже жарковато. Ну, у меня на такой случай есть пеньки. Вон там лежит накомарник. Пеньки есть. О, какая же красота. Все-таки какая невероятная красота. Вот слов нет. Как здорово. Это все высохло. Тоже уберу потом в палатку. Может завтра. Это не важно. Пусть проветривается. Вот. Вот такой быт. А палатка вот там находится. Сегодня с зарядкой устройств было туго. Солнца почти не было. Вот кое-как что-то зарядилось. Что-то не зарядилось. Ну, главное, фонарь хоть зарядился более-менее. Сейчас посижу. Попью чайку. Может, суп поем вот этот вот. Вот он, суп. Густой суп. Насыщенный, с жареным луком, с чесноком, с перцами там всякими. Ну и костер вот такой вот. Приятный такой костерок.
пилы, вот основа в этом находится. Что не было пилы, вряд ли бы я такое сделал костер. Ведь это огромное удовольствие рядом с таким костром посидеть. Ладно. Буду заниматься своими делами, отдыхать. Сегодня многое сделано. Еще вот компот. Компот еще вон. Там вот вода стоит. В этом вот резервуаре. Рядом с бутылкой. Надо бы сварить компот. Но это так, прогорит немного. Сейчас еще пока рано ставить. Прогорит там все. Выровняется поверхность. Вот тогда сварю компот. Ну, то есть на таком костре компот, в принципе, можно варить. Это, ну, возможно. Вообще что-либо варить. При определенной сноровке это получается. Вот. Но главное, что тепло. На улице прохладненько так. А я сижу возле костра, и тут прям жарко. Очень приятно. И дым куда-то туда идет. В сторону вот этого удивительного неба. Так вот. Вот это жизнь. Настоящая жизнь. Altyazı M.K.